Кто-то же остался в Омске, не все покинули. Люди приходят к тебе в гости, ты не должен вести себя, извините, как урод. Я очень хотел побывать здесь, в Сибири. Глыба льда, по которой ходят белые медведи. Потому что у нас очень суровый, холодный климат. Людям так не хватает тепла. В Омске все особенное, и у нас формируется свое искусство. Это как глоток свежего воздуха. А там и до просветления рукой подать. Свободное время. По четвергам на продвижении.